Ну что, ребят, всем очередной привет. Сегодня у меня Хайди Клум с прошитыми ресничками из серии Blonde Ambition. Будет распаковочка, коробочка у меня с трещинами, с этой стороны пластик пожелтевший. Но зато стояла она мне достаточно долго. Вот здесь видно, что желтый пластик. И я сейчас прям проверяю цены на нее, когда получаю заказы. И очень рада, что она мне хотя бы с таким пластиком, но досталась по адекватной цене. Потому что сейчас цена на эту куклу от 10 тысяч рублей. Конечно, она прям обалденная. На вкус и цвет, конечно же, товарищи, нет. Но я со своей стороны. Вот она, Хайди. Beautiful and glitter. Это уж точно про нее. Ну что, сейчас мы распакуем, посмотрим на нее. Коробочка, если брать в хорошей коробке, да, соответственно, без трещин, без желтизны пластика, вполне ее можно и так позиционировать, потому что коробка со всех сторон прозрачная, очень хорошо ее там видно со всех сторон, но у меня чешутся ручки ее распаковать, она у меня стоит уже, наверное, год. Вот, и очень мне хочется ее оттуда достать. Что мы сейчас и сделаем. Так, коробочку открыла. Момент истины. Извлечение. Слушай, мне до рук и бок не получается. Собственно, промежуточный результат. Уже ее можно рассмотреть поближе. На губах достаточно нежный мейк, такой нюдовый. А вот глаза прокрашены очень ярко. Реснички прошитые, такие прям густые. Классные. Обалденнейшие серьги и платье, все, конечно же, в пайетках. Вроде в камера хорошо фокусируется, надеюсь, видно всю эту красоту. Так, босоножки, ножки закреплены, Blonde Ambition, Хайди Клум. Сейчас мы ее тут достанем и посмотрим, что же нас здесь ждет. Собственно, открываем. Так, ну и, конечно же, здесь сертификат и подставочка. Подставочка с прозрачной стойкой. Сейчас мы все это соберем. Здесь у нас что? Сертификат. Сейчас достанем. Посмотрим. Anniversary. 50-летию Барби была выпущена эта куколка. Да, кстати, забыла, по-моему, показать, какой же это у нас год. Давайте посмотрим. Потому что я сама даже не посмотрела, честно скажу. Индонезия, 2009 год. Да, 50-летие Барби. Вызволяю куколку из оков. Хочу показать, как она была закреплена. Голова вот здесь достаточно стандартными такими креплениями. И здесь вот резинку я разрезала уже. Сейчас будем дальше ее. Локоны уже немножко освободились. Так сказать, промежуточный результат. Показываю. Волосы, вот эта задняя часть вся как бы прошита. Сейчас я буду это все вытаскивать. И талия у нее была прикручена проволочкой. Проволока там внутри платья. Сейчас тоже будем доставать. Пока расстегиваю платье, чтобы вытащить проволоку, хочу показать, что оно на пуговичках, таких скорее кнопочках. Две кнопочки здесь. И внутри имитация нижнего белья. То есть она якобы в бюстгальтере и в трусиках. Причем трусики такие интересные. Ну, конечно, не совсем по ее телу, так сказать. Но вот такие трусики. И там, соответственно, как бы бюстгальтер. Ну и решила раздеть ее полностью, чтобы показать тело.
имитация нижнего белья, стандартная модельное тело, модель мусс. Ножки резиновые, хотя они сгибаются, конечно, как у кукол 90-х. Вот, ручки двигаются во все стороны. Колечко у нее на пальчике. Ножки, соответственно, только вперед, назад. Посадить ее можно. Ох, как же я пожалела, что вытащила ей левую руку из рукава. Так как там внутри такая подкладка, типа, не знаю, как это сказать, тканевая какая-то. В общем, я промучилась, мне кажется, минут 10, чтобы эту руку ей туда просунуть, потому что палец оттопыренный, постоянно впивался во внутренний подклад этого платья. Надеюсь, там видно. В общем, это прям мучение не для слабонервных. Осторожно, не повторять. Ну, в общем, вот моя красавица на своей родной подставочке. Подставочка, конечно, не очень устойчивая, она очень легкая, поэтому куколку тут поставить и сильно не колбасить. Вот, локоны передние остались в первозданном виде. Можно так, можно назад. Подумать, как это лучше сделать, кому как нравится. Сзади, конечно, они такой немножечко не очень прибранный вид, конечно, но тем не менее. Смотрят, конечно, по большей части спереди. В общем, вот такая красотка. Босоножки, подставка. Подставка тоже имеет, кстати, нестандартную форму. Если кто не видел, видимо, именно модель мусс, они идут. Если посмотреть на нее, она не совсем ровная. Вот, то есть и верхней части держатель, он тоже не совсем ровный, он именно под вот это тело. Я когда достала, просто это у меня первая кукла на модель мусс, которую я распаковываю, и я была очень удивлена, думаю, как же она стоять-то на ней будет, подставка такая кривая. А когда она на нее встала в силу своего как бы модельного тела, она прям ну идеально на ней, то есть видно, что это прям четко под нее было сделано, под это тело. Поэтому держится прям отлично, идеально. В общем, вот такая красота, такая вот Хайди, платье с пайетками, можно заказывать, если в коробочке с трещинами, конечно, будет подешевле, если кому интересно, обращайтесь.